вскрываем посылку с грипсами. Так. Вот такие вот они. Без всяких упаковок. Левый, правый. Вот. Так они выглядят. Получается левая. Может, как-то пока еще неправильно я держу. Ну так. Крепкие, приятные, приятная резина, приятная на ощупь. Вроде довольно качественная вещь. Сейчас поставим на велосипед. Вот так рога выглядят на велосипеде. Очень, я скажу вам, удобно ездить с этими грипсами. Очень удобные вот эти рожки. Когда устаешь держаться по-обычному, можно вот держаться за рожки. В общем, покупка.